температура воздуха в дневное время составит 20-22 градуса. И на этом у меня все. Смотрите футбол! Сергей Иванович, тут такая ситуация, уже на родственники из Томска приезжают. Понимаете, некому встретить. Отпустите меня пораньше сегодня. Слушай, у тебя то родственники, то друзья приезжают. Ладно, иди, встречай. О, а на следующей неделе у меня родственники из Москвы приезжают.